Что ты сделал? Вот манго, покажи, какое манго, сынок. Оно большое такое? Да. Вау, какого цвета? Красное? Да. Давай помоем и попробуем. Эльдар еще ни разу не пробовал манго? Да. Еще ни разу, первый раз попробует. Садись сюда. Мама сейчас помоет манго. Давай, ложи на ручку маме. О, смотри, ножки не намочи, хорошо? Да. Помоет мама манго пенкой, чтобы он был чистенький. Ага. Вот, помыли. Теперь держи, сынок, будешь вытирать. Вытирай хорошенько. Вытирай. Ну что, сухое? Классно. Сейчас нужно разрезать ножиком. Иди, садись сюда. Садись сюда. Сейчас будем ножиком разрезать. Наше манго, большой манго. Да. Мы его попробуем вот так разрезать. Я один раз кушала манго давно. Эльдарчик еще не кушал. Как нам его отрезать, я даже не знаю. Тоже, сынок, не знаешь. Надо, там косточка большая. Да. Нужно от косточки. О, какой он желтый внутри, спелый, наверное, будет очень вкусный. Да. Папа, папа. Держи. Да. Это тебе. Язычком пробуешь? Ну как, вкусно? Да. А укусить попробуй. Да. Сладенько? Да. Ну, подай, мама попробует. Или сладенько. Какой спелый. Мама. Кожура? Вроде мягкая. Да. Давай я тебе помогу. Кусай. Ну как? Вкусно? Да. Очень вкусно. Папе занесем манго? Да. Давай папе отрежем и занесем. Держи, будем кушать. Все, пока.